Поздравляю вас всех с окончанием школы. Поздравляю ребят, которые стали студентами вузов. Теперь перед вами серьезная задача получить другое образование, профессиональное. Старайтесь не посвалить одну школу, которая вас такими знаниями наградила. Я славлю педагогическому коллективу, который воспитал таких замечательных выпускников. Большое спасибо родителям, которые устроили такой замечательный праздник своим детям. И жителям поселка, которые пришли приветствовать гордость своего поселка в лицах вот наших замечательных выпускников. Спасибо вам всем большое. Слово предоставляется выпускнице 1998 года Бурлах И. Я буду немного ровной, но все, как и чувство, меня охватило в этот момент. Я хочу рассказать стихотворение. Это стихотворение посвящено моим любимым учителям, без исключения. Благодарим вас, учителя. Благодарим за ваш нелегкий труд. Запомните его, ее, меня. Они своих детей вам отдадут. Вы помогли найти наш верный путь. Спасибо вам огромное за это. Главное, с него надо не свернуть. Мы будем следовать учительским советам. Благодарим за вашу теплоту. Благодарим за ваше понимание. Расстаться с вами нам не помогло. Но в сердце мы храним воспоминания. Дорогие учителя, эти цветы сегодня по праву принадлежат вам. Прожить эту жизнь.